Да вот мы и до кормилицы добрались. Пораненной, которую слегка поранил Михаил Владимирович. Бак потек. Начал капать. Не поймешь, откуда. Ну это ж в любом случае. Это, ж, да. Это было чисто доехать, это ж не на постоянку. Ну вот, я поэтому. И че еще? В Искут съездим, приедем и все. Мы тебе вернем тебе вид человеческий. Даже можно не мыть, все равно потом приедем. На Усть-Куте нет смысла мыть ты туда. Вообще нет. Ой, ну что тут интересного рассказывай. Да что, как электричка мотался. М4 уже в печенках сидит. Нормально зато, что широкенько. Катись себе и катись. Ну, что дорога хорошая, надо. Единственный кусок плохой, это по Ростовской области. Ну там он всегда был плохой. И то не весь там. Ладно. Че, уже все загрузили ж, да? Мы с тобой утром только я тебе написал сообщение, и в 7 утра они меня вернули грузиться. За полчаса закидали, документы отдали и выгнали. Ну правильно, завтра праздник, 8 марта. Что мы там на Усть-Куте повезем? Что-то вот такое вот интересное. Опа! Полиэмульсан какой-то. Понятно. 22 штуки, да? Один впереди, один сзади. А, там еще по центру стоял. Там два по одному стоят, потом по два, потом один. Сколько на вторую дали? Около 9. Опа. Около 9, то есть меньше 9? Чуть-чуть. Блин, хреново. Да. Надо было, чтобы больше стоило. Они начали грузить, у меня вот 9.3, 9.4 показало. Все, хватит. Они вот... А потом погрузили и... Хреново там потом, может, прилипнуть на этих буграх. Ладно. Все, пошли разлаживаться, собираться, да еще и... Прицеп-то. Я ж закрыл прицеп. Что там его закрывать-то? Он закрытый, защелкнулось и так... Он и так был закрыт. Там пойдем, покажу. Пружинка одна слетела. Она, короче, растянулась и лопнула. Надо менять. Здесь вот. Тут пружинка стоит. А тут, короче, слетела. Она вся вот так вот размахрилась на дно. Ладно, пошли. Ну, поехали. Сколько время-то уже? 12. Ну, уже 12. Как тут туда-сюда пошли. Блин, а вот клеили только что название крутилось в голове, опять забыл. Боксипол. Да, боксипол. Заклеили, замазали бак еще. Ну, надо на Усть-Кут и обратно, чтобы он сходил, а там уже потом новый поставим. Вот, сейчас выезжаем до Нижнего вдвоем, дальше Михаил Владимирович на паровоз. Ну а мы на восток. Тут
тут нормально. Тут ночевал так у них, и ты там прямо на той территории ночевал? Да, я прям туда заехал. Сейчас задача выехать с Владимира, тут дорога такая. Рассказывай, как ты тут? Покатался по М4, да, туда-сюда? Да. Ой, я, кстати, ездил по новой дороге. Уже которая это? С этого. Ростовская? А? Возле Ростова, которая? Нет, при чем здесь Ростов? А по какой? С этого забыл, как он называется. Да, здесь автобан, конечно, еще автобан тут. Автобан тут вообще не тут, блин, как ты говоришь. Этот. Попробуем напрямую тут как-то короткой дорогой выскочить прямо на М7, если получится. Вроде машины тут едут, он какие-то туда автобусы. Промзоны, базы, да. Базы. Предприятия. Должны выехать. Поедем. Где-то будем обед искать. Завтрак совместим с обедом. Ну, видишь, туда же смотри, какой газ. А, нет, это не Газпром. Ну, похож. Я думаю, без проблем мы здесь выберемся. Просто интересно, где мы на М7 выскочим. Перед Клязьмой еще, наверное. Наверное, да. Наверное, как раз вот перед ней и выскочим. Вот на этой развязке там. Но. Похоже. Готовка справа к повороту. Что-то меня это. Так ты спорил, по какой дороге-то ты ехал? Ну да, с этого. С Майкопа. Ой, ну да, Майкоп. Нет, какой Майкоп? Моздок! С Моздока на Владикавказ новую дорогу открыли, короче, через перевал. Что там, блокпосты стоят? Да, блокпосты. Три штуки точно было. Угу. На одном остановили, на втором нет, на третьем остановили. Готовьтесь через 800 метров держаться. Да ничего, там прям вообще вот такая вот прям новая дорога, прям через перевал шуруешь. Но елки-палки, такое подъемище там, да и такой же спуск, да. Как на Крестовом, только что без серпантина. Если снег пойдет, будет весело. Если снег пойдет, там да, там круто. Проще через прохладный ехать и возвращаться там. Да. Владимирские промзоны. Омыватель-то хоть есть? Через 300 метров поверните направо. Сегодня последнюю вылил. Я же еще докупал. Две коробки. Еще докупал? Я тебе 8 штук оставил две упаковки, и ты так еще? Погоды такие были, что вообще. Камень, смотрю, словил какой-то, да? А, кстати, оно вылез, зараза. Он мне, короче, словил я камень. Вот этот. И он этот, блин, новое стекло. На глазах, понимаешь, на глазах затянулся. Вот его не было. Это вот он опять вылез, короче. Это перепады температуры или что? Надо заделывать, наверное, заезжать. Чтоб он не полез. Кстати, не обратил внимания. Что-то мы куда-то лезем, блин, непонятно. Дорога все уже. Сколько до проедем? 3 километра. Проедем.
Новгород, 5 часов вечера. Холодишь, я тебя еще не успел устать, ты уже уезжаешь. Поклюсь, Гуд. Будешь Гуд с тобой? Ты же звонишь через 2 дня. Ты что, через 2 дня? Я с того, что я взвою. Ты же взвоешь. Почему? Потому что... Скажешь, опять эти чемоданы перекладывают. А все для этого, да. Но мы мои оставим, а твои выбросим. Да-да-да-да. На обратном пути подберем. Ну, сейчас, ну, найдем где-нибудь вон. Выгрузим его. Ну, в Нижнем нет. И в Нижнем даже. На обратном пути. Ладно, все, это шутка. Что, будем тебя сейчас выгружать? Сейчас будем поворачивать. Решили, ну вот, на Казань через город идем, потому что Михаил Владимирович надо на поезд. На вокзале отправить. Вот. Поэтому сейчас мы его как направо здесь свернем, прямо на Киров пойдем, то мы направо. И тогда... Тормознемся, вызовем таксо. Поедет. Бедовать на поезд сегодня. Днем ночью сегодня. Я в вокзале бедовал. Он сегодня. Ну, днем еще не так. Ну, как раз у тебя сколько? В начале второго, да? Пол второго. Ну, к тому времени как раз ты успеешь хорошо устать. Залез на полку, завалился и все, и спи. Получилось, да, месяц, больше же месяца. Больше. Да, больше. Сегодня 7-е. 6-е. 7-е сегодня. 7-е завтра. Какое 7-е завтра? А, 6-е точно. Подожди. А, 8 марта это же понедельник. Да. Выпрямлено, я что-то думал. Да, это точно еще 6-е. Полторы. Я вот когда мышь когда ездили. Не видел, не обратил внимания. Ну здесь он то же самое. Ну тут, ну нет, ну тут не полторы. Ну что, вот, смотри, ты едешь, ты уже просто. Ну я, ну да. Что тут укоротили. К сугробам какие? Кстати, здесь на завтра снегопад обещают. Неплохой. А я посмотрел, у меня всю дорогу снег. Так что. Да? Всю дорогу буду по сугробам хребсти. Кремль, 11 километров. А, Нижегородский Кремль. Сегодня вы в этом, во Владимире красивый, видишь, как раз мимо него ехали. Красивый, ну, таксишник. Не снять было. Ну, вот, в общем-то, и все. Сейчас направо, и только надо где-то будет. Остановка курсовикам запрещена. А? Если я тут встану, то точно никто не проедет. Не, ну я сейчас сверну направо, там пошире будет. После кольца этого пошире будет там. Раньше все время здесь ездили. Сюда. Обратно. Двадцаткой тон таскаться. 19.
15 тоннами до вокзала кататься. Шутник. Вы же делали шашлык из этого места, не забыли пригласить. Ой, какие старые троллейбусы. Все, Михаил Владимирович, поехали на... Куда поехали? На вокзал. Все, мы заводимся. Что тут у нас с колодками? Скловая проверка. 23%. Я сдавал 25%. Вот за месяц на 2% уменьшились. Ну. И те уже вот подгоняют уже 49, 52. Так что все тут у нас нормально. Поехали и мы тогда. Не знаю, куда мы сегодня заедем. Будем ехать до темна. Может быть, чуть-чуть больше. Наверное, да? Вот. Ух ты, смотрите. Снег чистит, да? Здорово. С путей железнодорожных. Прикольно так. Вот сейчас нижний проходим. Ну еще Кстово. Кстовская объездная. Обходим Кстово. Чебоксары и пошли. Едем мы в Усть-Кут, везем вот эту вот химию. Ну потому что по планам нашим 18-20 быть, ну как ориентировочно, плюс-минус там неделя на осмотр, то есть на уже на ремонте. Все, ну за этот месяц расскажу, что происходило там. Загоняли тягач на осмотр, страховая. Ну, сначала со страховой все вопросы решили. Страховая все зафиксировала, приехала. Потом загнали тягач. В Скания Домодедово мы поедем ремонтироваться. Там, ну, как бы самый большой сервис. Ну, здесь нам выбора не оставили. Ну, не оставили, значит, не оставили. В общем-то, ничего такого критичного. Сказали нам, по ремонту займет это дней 10. Вся эта процедура. По времени, потому что там, короче, не быстро это все будет делаться. Вот поэтому план у нас сейчас такой. А ну еще прицеп, да, потом загнали прицеп, у нас будем задний мост будем на прицепе менять там. Ну, в общем, там прилично работы, поэтому все это дело займет порядка, сказали, 10 дней. Поэтому мы сейчас делаем рейс на Усть-Кут. Возвращаемся с Усть-Кута, загоняем машину, уезжаем домой. Только заранее, вот может быть даже, ну уже не сегодня там. Что вы едете, если красный цвет? Не сегодня, а завтра надо заказать билеты.
на поезд, потому что вот рация нюх-нюх субботняя, да? Потому что не купить с этими поездами. Фигня полная получается. Поэтому закажу заранее, ну так примерно думаю, наверное, число на 3 апреля. И потом опять переезжаем, забираем и еще едем, работаем. Ну это пока вот так, ориентировочно. Планы строить в последнее время, события отучили. Я думаю, что здесь надо ехать по краю, потому что здесь из 3 полос получилось 2. Промзона Нижегородская. Ну вот как раз, вот видите, железка туда пошла и туда где-то Миша поехал, где-то там вокзал. Все посчитали, все осмотрели, все описали, все со страховой согласовали, все детали, которые будут меняться, поэтому недолго нам осталось ехать, ездить в таком неприглядном виде. Сейчас везу эти в этих химию, то она жидкая в этих по тонне, там чуть меньше тонны, они там эти. Как они, я их канистрами называю. Чуть-чуть притормаживаешь на светофоре, останавливаешься, и сразу у тебя лып-лып-лып-лып. Эта машина качаться начинает. Они качаются в них. Миша говорит, ух, елки-палки, что это такое? Я говорю, ни разу не возил такое. Я тогда водилась уже такое, возил груз. Она, говорю, постоянно качается. Да. Ну так, когда первый раз везешь, так непривычно. Скажем так. Вот. Эти машин нету практически, я имею в виду грузовых. Все, ну, основная масса, все идут через объездной, конечно, что смысл-то через город ехать. Конечно, открыв эту объездную, Нижний Новгород разгрузили конкретно.
вот отсюда с правой стороны выползли. Откуда основная масса идет? Город Лыскова. Дата основания 1410 год от Рождества Христова. Такой древноватенький. Заедем сейчас полчасика, здесь паузу сделаем. Немножко тут разложимся. Потому что, ну, вещи просто сгружены и все. Плюс тут впереди что-то никто не едет. Мы уже как-то так давненько сунемся там 40, 50, там 60 километров в час. Что тут на газ, на Лукойле? На Лукойле здесь стать негде, да? Вот там, а ну вот здесь вот сейчас заедем сюда, где эти кафайки, люди стоят, что там почищено, не почищено. Я же стрёмно заезжать куда-то, надо же заезжать так, чтобы потом смочь отсюда выехать. Зайди и убеди, самые низкие цены, о как, вроде бы здесь все так это нормально. Горячий вкусный кофе. Вот чего можно сходить, так это еще, наверное, омывайки купить. Здесь будет явно дешевая. Оплата картой. Если можно, да, карточкой оплатить. Наверное, упаковку омывайки можно пойти взять. Так что все, нету. Десятый час. Сейчас посмотрим, как здесь чувашский пост в Хыркасах поживает. Вот все, сейчас тут чуть-чуть на тормоза нажал. И все, я тут чувствую, еду у меня так вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Колыхается там это в этих бочонках. В канистрах этих, это жидкость, это химия. Шупашкар, если я не ошибаюсь, по-моему, по-чувашски. Чебоксары называется. Тут же, по-моему, вообще никого нет. Тут же все закрыли. И пост закрыли, и тот, и второй. Да? Совсем все закрыто. Да, Шупашкар. По-чебоксарски. По-чувашски. Мы поедем, пройдем до заправки 66 километров, заедем на Дорисе, заправимся полные баки, и после этого уже поедем на стоянку. Это еще 66 километров, это еще час, уже будет 11 час, пока заправимся. Ну, так, в общем, в районе 11, чтобы можно было уже все хорош на сегодня. Льемся. Пряник рядышком. Рено премиум.
Их еще пряниками называют. Все, осталось нам только заправиться и на стоянку. Что-то уже совсем спать хочется. Пока сухо, но что-то грозятся, что будет снег уже с завтрашнего дня. Так, пока все по машине вроде хорошо. Помпуем полные баки. Ну, заклеили. Сейчас сухо. Сейчас ничего не течет по заклеенному. Но сейчас полный напихаем. Посмотрим. Может, не продает. Потерпит еще пару недель. Пока на Усть-Кут будем ездить. Залились. Время уже 11:30 даже. Не знаю, что-то у меня такое впечатление сложилось, что литров 5 соточки этот, может быть, эта колонка, но этот Дорис не доливает. Вот у меня влезло 200 тонн, ну, 195 тонн. Я приехал, у меня еще даже ноль не загорелся в процентном отношении. Когда у меня загорается 0%, это еще 90 литров в баке в рабочем. Плюс с нерабочего в рабочий до ноля не перегоняет. Там всегда где-то в районе полтоса зависало. Вот где не заправляешься, максимум, что в нерабочий бак зальешь, 650. Я влил почти 680. Он 700-литровый. И в этот, получается, мне влезло в рабочий 530. Так, ну я думаю, что тут не такая уж она уже и сильно-то сплошная. Лень мне куда-то тут ехать, кругаля крутить. Вот, получается 500. То есть, если даже 0 бы загорелось, а у меня даже 0% и не горело, то мне бы должно было влезть всего лишь, ну, 510 литров по самую крышку. А я всунул 530. Ну, я ничего говорить не буду, это мое такое мнение. Может быть, кто-то заправлялся, может быть, кто-то что-то знает. Может быть, у кого-то тоже такое ощущение складывалось. Ну, вот... Давно у меня такого ощущения не было, что меня кинули. Немного, но по моим вот таким приблизительным меркам 500 здесь не доливает. Я могу ошибаться. Может быть, тут что-то поменялось. Может быть, тут перекатываться сейчас в ноль стало или еще что-нибудь. Немножко бак же подмялся. Может быть, поэтому. Я спорить не буду. Но по старым всем замерам не так должно было влезть. Хотя бак поднялся, наоборот, меньше должно влазить. Вот. И вот сразу же прямо вот здесь сейчас с левой стороны стоянка. Все, заезжаем. Дальше никуда уже сегодня не едем. Так, время 11:30. Я думаю, там еще должны быть места. Желания продолжать движение нет уже никакого. Да и хватит. Надо лечь, надо выспаться. Сейчас посмотрим, сколько мы проехали. Мы сегодня отработали. Наездили. Что пока найдешь еще. Ну, 560 километров. Я думаю, достаточно. Так, кто здесь как становится? Нам вот так. К этому Мерседесу, я так понимаю, надо становиться. Может.
может, вон назад, там еще вон сзади, я смотрю, места вроде бы есть. Или здесь вот даже места есть. Фига, вот елку сейчас Таня, вот места, пожалуйста. Кафе «Русь». Я даже ничего готовить не буду сегодня. Сегодня вообще ничего такого не делаю. А, нет, здесь эти стоят. Мелкие. Ну, не знаю. В общем, сейчас дойдем. Нет, так поеду к тому «Мерседесу», значит. Здесь тоже все вроде заставлено. Тоже здесь топливо. Сейчас где-нибудь достанем. Что тут вот сзади припарковаться. Есть тут места? Нету. Учиться тут тоже что-то все как-то заставлено так довольно таки серьезно. Ну, поехали тогда к тому Мерседесу, там встанем и все, поехали спать. Что там, мистер Платон потерял спутник. Типа выезжают, но не буду мешать. Но люди спят. Или ехать дальше, что-то тут непонятки какие-то.